Опа. Смотрим. Всем привет. Давайте проверим, как видно, как слышно. Так, так, так. Сейчас. Звук видео проверю. Так. Ну, вроде все четко. Я это вообще это счастливый день у меня сегодня. Рад, что вы все пришли. Очень мы все, и вы, и я, и вся наша команда ждали запуска годового курса. Я могу только сказать вам, как мы работали летом, чтобы он стал лучше в этом году. Вы можете поверить, можете нет, но вот я-то знаю, все знают у нас в команде, что мы летом не чилили на расслабоне, как, может быть, стоило сделать, а все лето фигачили, бомбили, чтобы сделать лучше, чем в том году. У нас в том году курс был очень классный, было много народу, много крутых результатов, много отзывов, но мы решили, что нам этого мало, надо улучшить одно, второе, третье, прямо сейчас программисты кое-какой, ну, доделывают кое-какой функционал. Вот. В общем, я уверен, вы будете довольны этим курсом. Очень много нового мы придумали, не хотим стоять на месте. Вот. Хотим делать для вас все лучше и лучше. Да, кто пришел на этот открытый вебчик, обязательно закидывайте лайк. Ну, как говорил в том году, я не соврал. Можете спросить ребят, кто лайки на стримах не ставит. Боюсь, что тому эксперт баллы не ставит. К сожалению, ситуация такая. Короче, значит, что у нас происходит? Стартуем сегодня годовой офигительный курс по математике. На канале есть презентация этого курса, кто еще не знает. Есть видео с разбором изменений ЕГЭ, кто еще не знает. Ну, в общем, все это можно посмотреть. Сегодня у нас два вебинара. Один я сделал открытый, хотя это вебинар курса, да? Ну, так, чтобы еще раз всем напомнить, что курс стартует. Второй вебинар в 17:45 уже закрытый на платформе, только для тех, кто на курсе по номеру 15 по экономической задаче. Сегодня у нас номер 16, тема трапеция. Да, разбираться будем с трапецией. Тема довольно важная и довольно интересная. То есть задачки довольно часто встречаются на ЕГЭ, и есть некоторые лайфхаки, некоторые приемы, некоторые дополнительные построения, про которые многие забывают, которые позволяют эти задачи просто шинковать, да, рубить капусту. Вот сегодня мы об этом и поговорим. Значит, блин, да, в чате, ребят, есть кураторы организационные и кураторы учебные, чтобы параллельно с тем, как я рассказываю, отвечать на ваши вопросы по контенту и на орг вопросы, чтобы веб был продуктивный, чтобы я постоянно не отвлекался. Короче, еще раз, я вот очень рад вас всех сегодня видеть. У нас будет просто бомбический, очень крутой год. Вы меня вот мотивируете каждым приходом на вебинар, каждым своим лайком, каждым своим отзывом, каждым своим результатом. И мне хочется делать для вас все больше и больше, писать ролики и вкладывать вот все свои силы в проект и в этот образовательный продукт. Вот вам всем большое спасибо, кто поддерживает проект Школково. Я постараюсь вас не подвести и в этом году поддержать вас, и чтобы вы смогли прийти к своим заветным баллам. Значит, поехали. Значит, сразу скажу, а то скажете потом, что вы сказали в конце вебинара только. Сегодня, ну, чуть-чуть раньше, на несколько дней, мы обнуляем рулетку. Ссылка в описании. Рулетка месяц почти прошел с прошлого вращения. У всех абсолютно вращение на рулетку прямо сейчас доступно. А вы знаете, что рулетка – это офигенная скидка. Сейчас в среднем 30-35-40% выпадает. Можно 100, может быть, конечно, и меньше 30 выпасть. Но там хорошие сейчас вероятности. И по ссылке в описании новые бандлы. Бандлы на месяц закончились, их все раскупили. Новые годовые бандлы. Чекайте ссылочки в описании. Ну, а мы приступаем. Да, розыгрыш 30 бесплатных мест на месяц на любой предмет в конце стрима. Итак, номер 16. Важный момент. На летнем курсе я всех говорил, всем очень много раз. Куда прибавлять звук? Вы что? Не-не. Со звуком же все ок. Я смотрю, здесь все, ну, с кайфом. Я же, ну, типа, я же громко говорю. Ну, мне кажется, что со звуком все ок, да? Напишите плюсик, может, если вам что слышно, или добавьте у себя на устройство, чтобы я сейчас не отвлекался. Значит, смотрите, на летнем курсе я всех агитировал приходить на летний курс, потому что это небольшая нагрузка и очень важно. Мы написали 4 пробника за летний курс, мы очень много прошли. Да, на этом курсе все с самого нуля, будут все абсолютно темы. Кроме планиметрии, мы не так далеко ушли, было всего 2 вебинара по самым базовым вещам.
Это признаки равенства треугольников, параллелограмм, параллельные прямые, там, теорема Фалеса. Вот, посмотрите, пожалуйста, они вам доступны, эти два вебинара, кто на курсе. Посмотрите их, пожалуйста, чтобы не было у вас дырок, чтобы дальше идти в ногу со временем, да? Вот, но многие знают признаки равенства треугольников и что такое параллелограмм, поэтому сегодня проблем не будет. Вот, так что поехали. Итак, значит, что такое трапеция, да? В описании есть ссылочка, написано «файлы тут». Нажимаете на ссылочку, скачиваете два файла. Кстати, я подготовился. Один из файлов называется «Убийство трапеции. Свойства доп. Построения». Откройте его и посмотрите. Это уже готовый конспект. Там даже больше информации, чем будет на сегодняшнем вебинаре. Это готовый конспект сегодняшнего вебинара с доказательствами и с красивыми картинками. Скачивайте, пользуйтесь на здоровье. И еще есть файлик, который называется «Номер 16 на трапецию ЕГЭ прошлых лет». Скачивайте, мы сегодня будем решать оттуда задачи. Итак, как у нас появилась трапеция? Значит, изначально было две параллельных прямых. Правильно? Вот параллелограмм — это что такое, да? Это когда еще две параллельных прямых проведено. То есть противоположные стороны попарно параллельны. Ну вот решили сделать другую фигуру, когда две стороны у четырехугольника параллельны, так? А две другие не параллельны. А, Б, С и Д. И вот такой четырехугольник, у которого две стороны, которые называются основания, Б, С и А, Д параллельны, а две другие нет, называется трапеция. Так, ну вот давайте, мы ничего не знаем, давайте немножко поговорим об этом. Сначала какие-то свойства, которые напрямую следуют из свойств параллелограмм. Так, ну вот смотрите, очевидно, что если, давайте так запишем, BC параллельно AD, так, вот, а AB не параллельно CD. Выпишем, что у нас параллельно. Если у нас есть параллельные прямые, у нас сразу есть свойства и признаки параллельных прямых. Но если рулетка прямо сейчас еще не обновилась, подождите несколько минут, она обновится. Там вот кураторы организационные, там, пожалуйста, проверьте, что рулетка обновилась, что она должна выкатиться и обновиться. Вот. Давайте пока, ребят, не будем отвлекаться. Если я сказал, она обновится, значит, она обновится либо прямо сейчас, вот, либо там через 5 минут в любом случае. Там, давайте ботать сейчас контент, все произойдет во время стрима. Да? Смотрим. Значит, вот эти углы при параллельных прямых BC и AD, так, они называются же односторонние. А сумма односторонних углов при параллельных прямых 180 градусов. Ну, то есть, вот такое хорошее свойство у нас есть. Какое еще прикольное свойство мы знаем для параллелограмм, связанное с биссектрисой? Я думаю, что многие знают. Да? Когда есть две параллельные прямые, в частности, в параллелограмме там попарно параллельно, можно провести биссектрису вот этого угла. Эта штука довольно интересная. Что происходит, вот кто помнит, что происходит, если проводится вот такая биссектриса? Свойство тоже довольно прикольное и очень важно. Смотрите, дело в том, что давайте назовем вот эти углы гамма. Гамма — это пока семечки, это пока то, что многие знают. Дальше начнут происходить страшные вещи, вы офигеете, да? Гамма. Посмотрите, но BC параллельно AD. Давайте рассмотрим секущую CK. Так? И что тогда мы можем сказать? Мы можем сказать, что вот этот угол BCK накрест лежащий с углом CKD. То есть они равны, потому что накрест лежащие углы при параллельных прямых равны. Так? Тогда в треугольнике CKD два угла равных. Он равнобедренный. Значит, CD равно KD. Короче, иными словами, как это можно запомнить? Когда проводится биссектриса в трапеции, так, то она отсекает вот такой равнобедренный треугольник от трапеции. Это свойство довольно важно. Ребят, давайте пока на начальном этапе я проверю, всем ли понятно. Вот даже такой уровень. По шкале от 1 до 10 напишите, все ли понятно, что я говорил сейчас. Потому что сейчас мы поедем дальше. Теперь переходим к более содержательным вещам. Я думаю, что многие из вас слышали такую вещь, как средняя линия трапеции, через нее ищется площадь трапеции, да? Запоминали какие-то формулы средней линии трапеции и площади трапеции. Но вот и не знали никогда в жизни, откуда все это дело берется, да? Откуда все это дело берется. Сейчас вы раз и навсегда поймете, что запоминать это не надо. Это выводится вот так. Смотрите, какая красота. Это первое дополнительное построение. Первое. Одно из самых крутых. Так? Смотрите, в чем заключается дополнительное построение и в чем его глобальный смысл. Берется точка М. Да, давайте вообще поймем, что такое дополнительное построение. Смотрите, как устроена иногда геометрия.
вам какой-то составитель, какой-то человек дает задачу, правильно? На Олимпиаде, на ЕГЭ, где угодно. Так? И очень часто условия задачи сделаны так, что на самом деле от вас скрыли какую-то часть картинки. Но, естественно, если ее скрыли, то сама задача, как бы в ней есть намек на эту часть картинки. Вот если в этот намек на опыте, нужен опыт, увидели и достроили, задача становится очевидной. Вот в чем прикол. Поэтому доп. Построение тема очень важная. То есть она позволяет из сложной задачи в одно действие сделать простую. Вот смотрите, так? Вот представьте, вот точка М, а вот точка Н, да? Ну напишите в чат, давайте я посмотрю. Кто знает, давайте вот BC это будет А маленькое основание трапеции, а AD это B маленькое. Кто знает, чему равна средняя линия трапеции? Средняя линия трапеции это отрезок, соединяющий серединки боковых сторон. У трапеции есть еще раз основание, а AB и CD это боковые стороны. Взяли серединку, соединили, получился отрезочек NM. Называется средняя линия, и вот очень хочется уметь искать длину средней линии через длинное основание. Но, то есть, вот вы говорите, это А плюс Б пополам. Доказательств этого факта великое множество. Можно доказывать там 5, 6, 10 разными способами. Но я покажу то, которое нравится мне больше всего, которое просто вот вы сейчас его посмотрите и скажете, блин, это же очевидно, так? Ага, смотрите. Где еще у нас в геометрии встречалась средняя линия? В геометрии нужно одно выводить из другого, связывать факты, тогда вы станете крутым геометром. Где встречалась средняя линия? Что мы уже знаем? Ну, треугольники. Так, еще раз. Есть треугольник, так? Средняя линия – это отрезочек, соединяющий середину двух его сторон. Пусть это сторона x. Чему тогда равна средняя линия? Во-первых, она параллельна вот этой стороне, а во-вторых, она равна половинке от x, правильно? Как бы нам сделать так, чтобы вот это трансформировать в среднюю линию треугольника? Вот. А идея в следующем. Надо отрезать от трапеции кусок и переставить его, в прямом смысле отрезать. Смотрите, какая красота. Какое дополнительное построение. Проводим прямую, так, через точку B и середину боковой стороны CD. Получаем точку пересечения с нижним основанием AD. То есть нижнее основание AD тоже продлеваем, так? Так, хорошо. Секундочку. Что у нас получилось? Смотрите. У нас CM равно MD. Вот этот угол равен вот этому, как накрест лежащий. Вот параллельные прямые, а вот секущая CD, так? А вот эти уголки вертикальные. Так, хорошо, тогда посмотрите по второму признаку. Треугольник BCM равен треугольнику PDM. PDM по второму признаку, правильно? По стороне и двум прилежащим углам, согласны? То есть это равные треугольники, вы поняли? Что произошло? Получается, взяли от трапеции... Смотрите, отрезали вот тут треугольник BCM. Его прям отрезали просто. Вот так. И он вот так повернулся вот сюда. Вот так. Оп! И трапеция превратилась в треугольник ABP. Поняли идею? Проводим вот такую прямую, получаем два равных треугольника. И по сути вот этот кусочек BCM, его переставили вот сюда вниз. Вы скажете, Максим Ильич, ты вообще дурачок что ли? Зачем это надо? Что ты делаешь-то? А вот зачем? Смотрим внимательно. Если треугольники равны, то в них все элементы равны. Значит, смотрите, BM равно MP, так? А BC, которое равно А маленькое, равно DP. Смотрим на треугольник ABP. Подождите, ABP. Забываем вот про этот кусок BCM. Смотрите, в треугольнике ABP, N – средняя линия отрезка AB, а M – средняя линия отрезка BP. Значит, NM – средняя линия нашего треугольника ABP. Вот она, видите, еще раз, NM – средняя линия треугольника ABP. Значит, она равна половине стороны AP. А маленькая, чему равна сторона АП?
она равна А маленькая плюс Б маленькая. Значит, вот это А плюс Б пополам. ЧТД. Вот это к разговору о том, как надо учить планиметрию. Ну вот разве нужно было тупо запоминать эту формулу и потом забывать А плюс Б пополам или А минус Б пополам, типа чё, как вообще это запомнить? Да никак не надо это запоминать. Нужно знать конструкцию, откуда это берется. Тогда типа ничего запоминать не надо. Ты все будешь выводить самостоятельно, ты все знаешь. Мало того, мы еще узнали про дополнительное построение, которое еще и другие задачи убивает. Понятно? Ребят, да, не забывайте, там больше 800 человек, 505 лайков. Несерьезно, несерьезно. Это вообще закрытый веб должен был быть для марафонцев. Сделан на ютубе, его открыт. Ну, а особенно марафонцу, ну как марафонец, я не понимаю. Ну, вот как, ну он может не нажать лайк. Ну, не жадничайте, господа. За открытый контент не только мне. Призываю на всех ютуб-каналах, где вы занимаетесь, что-то делаете, бейте его для вас препод, делать какой-то хороший контент открытый. Ставьте ему лайк, обязательно благодарите его, у него больше мотивации будет для вас работать, делать что-то крутое. Не жадничайте. Так. Ну все, да? Здесь разобрались. Так, хорошо, вы скажете. С этим решили. А как найти площадь трапеции? Площадь трапеции АБЦД. Точно так же. Площадь трапеции АБЦД равна площади треугольника АБП. Сейчас, вы скажете, что с чего? Ну, подождите. Если я взял и от трапеции АБЦД отрезал кусок БЦМ и его тупо переставил, то эти фигуры называются равносоставленные. Они состоят из одинаковых кусочков, тупо. Правильно? Ну, значит, у них одинаковые площади. Как найти площадь треугольника АБП? Рассказываю. Вот высота треугольника. Кстати, это же называется высота трапеции. Вот трапеция А, Б, С, Д. Если мы берем вершинку Б и опускаем перпендикулярно сторону АД, то БХ это высота, правильно? Пишем. Площадь треугольника АБП это 1 вторая. Высота БХ, давайте ее за H маленькая, умножить на сторону треугольника АП, умножить на А плюс Б. Как это еще можно записать? H умножить на А плюс Б пополам. Ну, то есть двоечку просто сюда. Сейчас, подождите, но А плюс Б пополам. Это средняя линия. Значит, площадь трапеции равна чему? Площадь трапеции равна произведению высоты на среднюю линию. Или площадь трапеции равна полу суммы оснований умножить на высоту. Все. Вот, пожалуйста. Два самых базовых факта про трапецию, да? Два самых базовых, но совершенно элементарно доказывается. Не нужно ни о чем думать, не нужно запоминать. Изи. Поехали применим. Поехали применим что-нибудь хорошее. Значит, открываем задачу. Вообще, надеюсь, это понятно. Никаких секретов здесь быть не может. Я думаю, доступно изложил информацию. Мало того, не просто рассказал, а показал, откуда это можно было придумать, как связать геометрические факты. Среднюю линию треугольника, среднюю линию трапеции. Кстати, ребят, чекните, что там. Обновилась рулетка, починили? Возможно, просто к 16 не успели. Или ссылка какая-то старая, куратор организационный. Проверьте, все ли работает, я вам говорил. Я во время стрима это делать не буду. А зачем это доказывать? Привет, Денис. Дело в том, что планиметрия – это про решение задач. Ну, то есть, нужно решить задачу, например, на ЕГЭ. А как ты думаешь, что мы только что сделали? Мы сделали два в одном. Это как кофе, Нескафе, там, три в одном, сливки, сахар, сразу кофе, понимаешь? Мы и задачу решили, которую сами себе поставили. Мы сказали, давайте докажем, что средняя линия равна полусумме оснований. Мы при доказательстве отработали навыки некоторые, узнали доп. Построение, так еще мы и лучше запомнили сам факт про среднюю линию. Конечно, площадь трапеции, что это полусумма оснований умножить на высоту, и что средняя линия это полусумма оснований, на ЕГЭ доказывать не нужно, этим можно просто пользоваться. Но мы же еще, помимо того, что просто заучили эту теорию из учебника, мы же решили задачи эти. Это не два в одном, это три в одном. Понимаете? В этом смысл глобальный. Задача.
Значит, задача по ссылке в описании, где номер 16 из ЕГЭ прошлый лет. Первая задача. Нас интересует только пункт А, чтобы увидеть красоту. Еще раз, файлики по ссылке в описании, где написано «файлы тут», там ссылочка, скачиваем файл, который называется «номер 16 из ЕГЭ прошлый лет». Вообще оба файла скачиваем, я уже про это говорил. Итак, задача. В трапеции ТБЦД углы А и Д прямые. Значит, смотрим. Значит, вот так. Вот так. Значит, А, Б, С, Д. Вот эти углы прямые, так? Очень хорошо. Что дальше сказано? Прямые АБ больше, чем СД. Все правильно. АБ больше, чем СД. Да? Хорошо. Известно, что биссектриса угла Б пересекает АД в середине. Ну, то есть, вот есть биссектриса, и она пересекает АД в середине. Давайте это будет точка М. Так? Хорошо? Хорошо. Что нужно доказать? Докажите, что периметр трапеции равен АД плюс 2BC. Пункт А номера 16. Докажите, что периметр трапеции ABCD равен AD плюс 2BC. Ну вот и неопытный пользователь может начать что-то здесь считать, там, да, если человек не знает доп. Построения трапеции, жизнь его может быть очень грустной. Подождите, что мы с вами видим? Мы знаем про доп. Построение. Следующее. Если есть середина боковой стороны, да, вот у нас DC параллельно AB, так, и вот боковые стороны. Что нужно сделать? Вот представьте, вы просто знаете стандартный доп. Построение в трапеции, и вы просто берете и применяете их одно за другим, и задача разваливается. Что нужно сделать? Мы знаем. Мы продлеваем вот сюда. Мы продлеваем DC. Так. И продлеваем до пересечения с DC вот эту вот BM. А, у меня немножко кривая, конечно, ну сейчас поправим. Ну, как-то вот так, да? Нет, на самом деле она даже дальше проходит. Ну, а, сейчас продлю нормально. Так, продлеваем ее. Ну, она прям вот такая какая-то, да? Так, здесь тоже продлеваем. Блин, вот жарко тут у меня, конечно. Так, получается точка К какая-то, да? Поняли, да, что произошло? Я просто продлил BM до пересечения с прямой CD. Так, что мы знаем про это доп. Построение, господа? Вот что мы реально знаем? Так, что мы знаем? Ну, кстати, наверное, вот это доп. Построение. А, нет, тоже хорошо. Я сейчас даже два способа покажу. Смотрите, мы знаем, что вот эти два треугольника равны, согласны? Так, они равны. Теперь, значит, что мы знаем? Мы тогда знаем, что вот это АБ, так, а мне нужно, чтобы было АД, а, ну все, АБ равно ДК, согласны? Так как два треугольника равны. Что еще мы знаем? Это же биссектриса, правильно? Это биссектриса. Тогда смотрите, вот этот уголочек, так, он равен вот этому, согласны? Потому что два треугольника равны. Но вот эти же углы тоже равны. Тогда в треугольнике КСБ два равных угла, он равнобедренный. Смотрите, мы доказали, что СК, вот эта большая сторона новая, равна СБ. Так? Секундочку. Давайте запишем, чему равен периметр трапеции АБЦД. Просто. Это сумма длин всех сторон. Пишем. Это АД. Я специально так запишу. Плюс боковая сторона BC плюс DC плюс AB. Так, ничего не замечаете? Внимательно посмотрите. У вас AB равно DK. Согласны? DK. Тогда CD плюс DK... мы доказали, равно BC. Тогда AB, вот эта штука, которая равна вот этой плюс DC, это и есть BC. То есть периметр равен AD плюс BC плюс BC. Равно AD плюс 2BC. ЧТД. Мы убили пункт А с помощью одного стандартного дополнительного построения. Почему AB и AM?
Так, подождите, я же вроде подробно изложил. Ну хорошо. Давайте еще раз. Мы делаем стандартное доп. Построение, условия задачи. Специально поясняю, ребят, потому что на вебинарах, на закрытых я делаю точно так же. Я стараюсь... Где D? Где D? А, Б, С, Д. Там буква D, это М, это К, А, Д, Б, С. Периметр А, Б, С, Д. Ну, это буква D. Да, трапеция была А, Б, С, Д. Вот, я стараюсь даже и на закрытых вебинарах, в том числе и на открытых, довести полное понимание. Давайте я еще раз пробегусь по решению задачи. И вы напишите, насколько понятно по шкале от 1 до 10. Еще раз. Дана биссектриса БМ угла Б трапеции АБЦД, которая проходит через середину стороны АД, точку М. Только что мы изучили дополнительное построение, когда нужно продлевать прямую, проходящую через середину стороны, так? Мы продлили БМ до пересечения с прямой СД. Получили точку К. Вот эти треугольники равны по очевидным причинам. У них ДМ равно МА, как в прошлом случае. Вот эти углы вертикальные, а вот эти углы по 90. По стороне и двум ближайшим углам они равны. Значит, АБ равно КД. И вот этот угол равен вот этому. Просто еще раз. Два равных треугольника. То же самое, что мы делали в предыдущей задаче. Так? Но вот этот угол, давайте, альфа, он же равен вот этому, потому что по условию БМ это биссектриса. А из признака равенства треугольников альфа равен вот тут альфа. Давайте посмотрим на треугольник КСБ. Он равнобедренный, потому что у него два угла, альфа и альфа, равны. Тогда получается, что КС равно СБ. Запишем периметр трапеции АБЦД. Он состоит из суммы длин четырех сторон. АД плюс БС плюс СД и плюс АБ. Согласны? Но СД плюс АБ равно СД плюс ДК, потому что ДК равно АБ. Тогда вся вот эта сторона, это CD плюс AB. Но она же равна BC, потому что треугольник равнобедренный. То есть все вот это мы можем заменить на BC. BC плюс BC, 2BC. То, что просили доказать. Есть понимание? Напишите по шкале от 1 до 10, насколько понятно. AM не равно AB. А почему оно должно быть равно AB? На курсе обязательно есть подготовка к первой части. Это тоже в том числе подготовка первой части, потому что мы сегодня узнаем, про площадь трапеции, про среднюю линию трапеции. Это все может быть в первой части на ЕГЭ. Например, планиметрия не изучается так. Нельзя взять и в первой части прорешать все номера номер 3 по планиметрии, а потом перейти к 16. Планиметрия изучается по темам. Просто первая часть, там задача простая, она там 1-2 хода. То есть быстрое, чисто на знание какого-нибудь факта геометрического. Но темы в первой части по планиметрии могут быть абсолютно все. Там подобие, признаки равенства треугольников, параллелограммы, трапеции, вписанные углы, все что угодно. А во второй части номер 16 все те же самые темы, просто задача длинная. Больше шагов нужно сделать, больше фактов нужно связать, да? Вот. Хорошо. Значит, поехали дальше. Задача уничтожена. Вот мы явно видим, как очень четко работает доп. Построение, казалось бы, в непонятной задаче. То есть первое крутое дополнительное построение, это когда мы продлеваем, значит, какую-нибудь прямую, проходящую через середину боковой стороны, или сами ее строим. Второе топовое доп. Построение, построений много, мы сегодня какие-то самые основные будем рассматривать, сколько успеем. Значит, второе дополнительное построение, и сейчас я его покажу, и сразу решим на него задачку. Так, выглядит следующим образом. Значит, смотрите, пусть у нас есть трапеция. Я, кстати, так и не увидел, почему DC плюс AB равно BC. Там же цвет разный. Что не так в том, что я проговорил? А, ну про это что ли? Так мы же нигде этим не пользовались, нам же это не нужно. Ну, хотите, если вам удобнее, ну, отметьте вот так, что вот тут вот такие черточки, а здесь три черточки. Мы же нигде этим не пользовались. Нам нужно было единственное, что вот это середина вот этого, и мы просто доказали, что вот эти отрезки равны. Мы нигде же не пользовались решением задачи, что вот этот отрезок равен вот этому. Нигде это не писали и не говорили. Вот. Так, хорошо, понимание есть. Следующее дополнительное построение. А
Б, С, Д. И мы решим сейчас вот полностью задачу номер 16 после этого с двумя пунктами А и Б из реального ЕГЭ, по-моему, 2016 год. Смотрите, это дополнительное построение связано с диагоналями трапеции. Вот эти отрезки АС и БД называются диагонали трапеции. Давайте сначала, не связанное с этим доп-построением, докажем некоторый промежуточный факт. Значит, я про него уже говорил. Ну, давайте, вот пусть точка пересечения диагонали это О, да? Давайте докажем следующий факт, просто свойство трапеции некоторое, но очень крутое. Площадь треугольника АОБ равна площади треугольника ДОС. Ну, давайте вам рассказать красиво, как полагается, как серьезным людям или как совсем, как в школе рассказывают. Ну, ой, извините, я не в смысле, я хотел обидеть кого-то из школы, я имею в виду, как в учебнике написано. Ну, классическое доказательство. Или покрасивше. Я это рассказывал недавно на олимпиадном стриме, но я думаю, что многие из вас не были на олимпиадном стриме, и поэтому хотели бы услышать что-то красивое. Вот. Но я думаю, что стоит по-красивому это доказать. По-правильному вывести, ну, какой-то некоторый общий факт, чтобы вы лучше видели конструкцию, да? Я про это уже говорил на открытом стриме недавно, давайте вам тоже расскажу, я рассказывал это олимпиадникам. Рельсы Евклида очень полезная штука. Давайте с вами раз и навсегда поймем следующее. Вот у вас есть две параллельные прямые, так? Хорошо, две параллельные прямые. Вот представьте, у вас здесь есть некоторый отрезок АБ, так? А вот здесь есть некоторая точка С, так? Вот. И вот у вас есть треугольник АБС, так? Смотрите, прикол следующий. Он доказывается совершенно очевидно. Просто, чтобы каждый раз не проводить высоты и не доказывать заново, просто можно увидеть такую конструкцию, раз и навсегда ее запомнить. Смотрите, если я буду точку С двигать по вот этой прямой, которая параллельно нижней, вправо или влево, куда угодно, получится точка С', так? То площади вот этих треугольников всегда будут равны. То есть площадь треугольника АБС равна площади треугольника АБС'. Всегда. Причем это довольно очевидно. Почему? Так как прямые параллельны, запомните, между параллельными прямыми вот это расстояние перпендикуляр. Да, отрезочек, который перпендикулярен и верхней, и нижней прямой, оно в любом месте всегда одинаковое. Сколько бы вы их ни проводили, у вас будет получаться куча прямоугольников. То есть в любом месте между параллельными прямыми расстояние одинаковое. Вот они как идут вот так, да? То есть везде между ними одинаковое расстояние. Ну, давайте опустим перпендикуляры с точки С. То есть вот это высота треугольника АБС. Так? А вот это высота треугольника АС'Б. Но если эти высоты равны, то площадь этих треугольников равны. Понятно? Потому что площадь треугольника АБС чему равна? 1/2 АБ умножить на эту высоту. Согласны? Площадь треугольника АБС' чему равна? Она равна 1/2 АБ умножить на такую же высоту. Поняли, да? Вся фишка вот в этой картинке. То есть прикол ровно в том, что расстояние между параллельными прямыми в любом месте одинаковое. Вот. То есть значит можно точку двигать как угодно. Теперь переходим к доказательству этого факта, чтобы не думать и не проводить высоты. Ну, смотрите, как все просто. Давайте. Берем треугольник АДБ. Мы знаем, что АД параллельно БС. Согласны? Смотрите, что я делаю. Вот треугольник АДБ. Я вот этот отрезок АД оставляю на месте. А точку Б, посмотрите, что я делаю. Я двигаю в точку С. Имею право? Имею. Что значит двигаю? Вот как здесь. Прямые параллельны. Значит, когда я точку Б двигаю вот сюда, в точку С, площадь сохраняется. Значит, я сразу могу сделать вывод, что площадь треугольника АДБ равна площади треугольника АДС. Поняли? Это в точности как вот здесь. Один в один. Я просто точку Б двигаю по параллельной прямой. Ну все. А у этих треугольников есть вот такая большая общая площадь. Согласны? У треугольника АДБ и треугольника АДС есть вот такой общий кусок. Если из равных площадей отнять общий кусок,
мы получим, что вот эти, что треугольники вот эти имеют одинаковую площадь. Все, мы доказали. Красиво, да? То есть трапеции всегда площади вот этих двух треугольничков равны. Учитель молодец. Рельсы Евклида очень полезная штука. Она просто максимально удобная, ну, в использовании. Вот. Ребят, есть вопрос? Еще раз, в чем прикол? Есть треугольник, правильно? Основание треугольника АВ зафиксировали. Берем вершинку С по параллельной прямой, которая параллельна основанию. Мы можем двигать ее куда угодно, вправо-влево. Площадь сохранится. Да? Площадь АВС и АВС штрих одинаковая. Здесь то же самое. Берем треугольник АДБ. АД фиксируем на месте. Точку Б двигаем как угодно, например, в точку С, так? Значит, площадь треугольника АБД равна площади треугольника АСД. Выкидываем из них, из двух треугольников, которые одинаковые площади. Кстати, треугольники, имеющие одинаковую площадь, называются равновеликие. Они не обязательно будут равны, но они называются равновеликие, да? Типа у них одинаковая площадь. Вот треугольник АБД и треугольник АСД равновеликие, так? Выкидываем из них треугольник АОД, потому что он и там есть, и получаем, что площади АОБ треугольника и СОД равны. Вот. Можно продлевать оба основания при доп. Построении, чтобы увидеть, какое сработает лучше. Ребят, большая просьба, давайте вот уже в этом году прямо на стриме. А, нет, было на летнем курсе, было, ладно, вру. Но хотелось бы еще раз, давайте за стрим до 1000 лайков набьем, не так много. Так, доказали еще попутно факт про площади, очень полезно. Это, кстати, вообще может быть и задача из первой части. Если вы не знаете этот факт, можете не додуматься самостоятельно. Значит, второе, доп. Построение. Ну, а одно из моих любимых. Значит, ладно, первое я люблю больше. Оно связано с диагональю. А, Б, С, Д. Так. Значит, мы уже поняли, что АС и БД называются диагональными. Так. Значит, что предлагается сделать, да, в этом построении? Предлагается сделать следующую штуку. Опять продлить, например, нижнее основание АД, а вот дальше не очевидно. Нужно взять вершинку С трапеции и построить прямую параллельную диагонали БД. То есть, по сути, взять диагональ БД и всю ее вот сюда сдвинуть. Поняли прикол? Смотрите, что получается. Получается точка П. Еще раз, как я это построил? БД диагональ параллельно СП. Вот оно, ключевое построение. Да? То есть, по сути, берется одна из диагоналей. Вот она, да? Вот такая. И просто двигается как по рельсам вправо. Да? Вот. Или просто можете запомнить, что берется точка С, и через нее проводится прямая СП, параллельная диагонали БД. Так? Хорошо. Зачем это надо? Ну, во-первых, давайте опять заметим, что Б, С, П, Д это параллелограмм. Параллелограмм. Почему? Потому что изначально BC параллельно DP, потому что ABCD это трапеция. И BD параллельно CP по построению. Мы сами так построили, правильно? Очень хорошо. Тогда это параллелограмм, а у параллелограмма противоположные стороны равны. То есть вот здесь А маленькая и здесь А маленькая. А это пусть будет Б маленькая, так? То есть мы опять смогли верхнее основание каким-то образом перекинуть вниз. И иногда в задачах это очень удобно. Давайте рассмотрим задачу номер 2 из файла, из того же, из которого решали, где задачи прошлых лет. DP равно BC. DP равно BC. Да, именно так. Смотрим. Задача номер 2. Сумма оснований трапеции равна 13. Так? Ну вот давайте я сейчас специально сотру. Вот просто сотру. А то слишком как бы, да? Значит, сумма А, Б, С, Д. Значит, сумма оснований трапеции равна 13. То есть дано А маленькая плюс Б маленькая равно 13.
А диагонали трапеции равны 5 и 12. То есть пусть у нас АС это 5, а БД это 12. Так? И докажи, что диагонали трапеции взаимно перпендикулярны. Так? Пункт А. Требуется доказать, что БД перпендикулярно АС. Ну и вот, если не знать дополнительных построений, то сходу прям сообразить, ну, тяжеловатенько, да? Что-то у меня солнышко вышло. Ну, вроде пока не засвечивает. Я думаю, сейчас оно уйдет. Вроде бы сразу так сообразить не получится. Что с этим делать, так? Ну, потому что нам непонятно, что делать с BC плюс... Вот А маленькая плюс Б маленькая, это равно 13, да? Вот, то есть, когда нам дали сумму двух отрезков, которые лежат в разных местах, это неудобно. Вообще, запомните это. Вас это может оттолкнуть на очень правильные мысли задачи. То есть, есть отрезок задачи, и в другом месте другой отрезок. И вам сказали, что сумма длин этих отрезков, там 13, например, и чё? Ну, зачем вам это надо? Они лежат в разных местах. А что нужно сделать, чтобы воспользоваться этим условием? Нужно эти отрезки поставить рядом, один к другому. Тогда у вас получится один отрезок, длину которого мы знаем. Я сказал, я не буду решать тот пункт Б, он меня не интересует. Ну, сегодня. Вы можете сами дома дорешать. Меня интересовало пункт А, вот именно красота этого доп. Построения. Вот. Смотрим. Ну, давайте сделаем наше дополнительное построение. Как оно у нас выглядело? Ну, вот так, правильно? Вот. Проведем прямую CP параллельно BD. Тогда вот это равно вот этому, согласны? А маленькая плюс Б маленькая чему равно? По условию задачи оно равно 13. Правильно? А С чему равно? 5. А БД, смотрите, прикол, БД это равно CP, потому что это параллелограмм. Правильно? Мы же построили фигуру BCPD, параллелограмм, у нее BC равно DP, CP равно BD. То есть, если BD 12, то CP тоже 12. Подождите, кажется, у нас появился бомбический треугольник. Так его и назовем. Треугольник АСП. А чем он хорош? А у него есть все стороны известны. Вспоминаем обратную теорему Пифагора. Может, кто-то не знает. Обратная теорема Пифагора. Обратная теорема Пифагора. Если в треугольнике, вот просто был произвольный треугольник, оказалось так, что сумма квадратов сторон равна квадрату третьей, то здесь прямой угол. Если а квадрат плюс б квадрат равно c квадрат, там прямой угол. То есть прямая теорема Пифагора говорит о том, что если у нас уже есть прямой угол, то сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, а здесь наоборот. То есть если вам дам просто какой-то треугольник, у которого оказалось, что это в квадрате плюс это в квадрате равно вот это в квадрате, то он прямоугольный. Ну, например... Какой у нас еще известный есть? 6, 8, 10. 6 в квадрате 36, плюс 8 в квадрате 64, это 100, это 10 в квадрате. То есть здесь прямой угол, да? Давайте посмотрим на наш треугольник АСП. Проверяем. 5 в квадрате 25, плюс 12 в квадрате 144. Подождите, это 169, и это 13 в квадрате. Он прямоугольный. У него вот здесь прямой угол. Вы понимаете, что происходит? Но подождите секундочку. А, С, П прямоугольный, так? Но у нас СП параллельно БД. Рассмотрим секущую СА. Тогда вот этот угол равен, например, вот этому накрест лежащему. Увидели? У нас вот такая картинка. CP, BD, и здесь вот такая прямая идет. Если тут прямой угол, то и вот здесь прямой угол. Согласны? Диагонали перпендикулярны. ЧТД. Задача уничтожена. Все поняли? Но вот согласитесь, что это доп. Построение, ну, очень сильно упрощает жизнь в рамках данной задачи. То есть, еще раз, мы провели прямую CP, так, параллельно диагонали BD,
Если вам удобнее запоминать в терминах движения, вы можете сказать, что мы подвинули диагональ BD вправо. Так, получился параллелограмм BCPD. Здесь А-маленькая, здесь А-маленькая, сумма оснований 13, значит АП это 13. Здесь 5, здесь было 12, оно равно вот CP, значит здесь 12. 5 в квадрате плюс 12 в квадрате равно 13 в квадрате, значит треугольник прямоугольный. Если здесь прямой угол, то здесь тоже прямой угол. Вот такие дела. В этой задаче мы еще, конечно же, уничтожим пункт Б обязательно. Потому что он очень и очень нам подходит. Хорошо. Так, да? Ну давайте. Давайте, что у нас по пункту Б? Давайте вот здесь сотрем, чтобы место было. Кажется, что пункт Б после этого пункта решается совсем просто, да? Так-с. Пункт Б. Найдите высоту трапеции. Просто, да? Найдите высоту трапеции. Ну, вообще говоря, ну, я не знаю, ну, давайте сделаем это в одну строчку. Заодно вспомним формулу, это можно делать по-разному. Напоминаю бомбический факт. Ребят, факт бомбический, потому что он действует абсолютно для любого произвольного четырехугольника. Смотрите внимательно. Так? Есть четырехугольник, есть его две диагонали. D1 и D2. И есть угол между диагоналями, так? Площадь произвольного четырехугольника равна 1/2 D1 умножить на D2 на синус альфа, на синус угла между ними, так? Но мы же знаем угол между ними, так? 90. Значит, мы можем найти площадь трапеции ABCD. Площадь трапеции ABCD это 1/2 произведение диагоналей. 5 умножить на 12 умножить на синус 90 градусов. Но синус 90 градусов это единичка. То есть площадь равна 30. Так? Хорошо, как по-другому посчитать площадь трапеции? Но мы ведь знаем, что это полусумма оснований умножить на высоту. Давайте назовем ее аж маленькая. Полусумма оснований. Сумма оснований по условию это 13. 13/2 умножить на h. Как найти отсюда h? h равно 30 делить на 13/2, переворачивается 60/13. Все. Мы разнесли пункт Б, просто потому что после такого пункта А там делать особо нечего. Вот, можно по такой формуле, можно через площадь треугольника АСП решить. Как угодно, да? Ну давайте пишем плюсик, если понятно, и едем дальше. Я не буду показывать тут еще другие способы решения, потому что у нас сегодня, ну, с вами довольно много нужно успеть. В конце еще розыгрыш провести. Вот, а потом у меня следующий вебинар. А я хотел бы показать еще, ну, несколько бы вещей важных. Да? Вот. Что-то мне так никто не ответил. Или все ок уже, да? С рулеткой. Ну ладно, давайте потом, когда контент пройдем. У нас-то цель сегодня, я говорю, это же реальный вебинар марафона. У марафонцев по этой теме, по трапециям будет домашка. Вам все это нужно знать. Не обращайте внимания, что первый веб там я сделал на ютубчике, да, чтобы всем напомнить, что стартует курс. Да, может, кто-то не успел купить, там, присоединиться там, и так далее. Там, плюс банд, рулетка сейчас. Вот. То есть это веб с контентом, на котором мы будем дальше строить некоторую базу. Как бы что угол в центре 90? Как накрест лежащие углы? С высотой все очень просто, совсем очевидно. В смысле, мы посчитали площадь трапеции по формуле 1/2 произведения диагонали на синус 90. Получилось, что площадь трапеции 30, так? Но ведь площадь трапеции, мы в самом начале вывели, можно найти как полусумма оснований, в нашем случае это 13/2 умножить на высоту. То есть 30 равно 13/2 на высоту. И спокойно нашли h. Следующее доп. Построение довольно симпатично, не сильно часто используется, но оно прикольное. Давайте с помощью него решим задачу. Рулетка обновилась. Четко, скайпом. Рулетка обновилась. Что нужно сделать? Что нужно сделать, чтобы обновилась рулетка вообще-то? Это скидка халявная, большая. Нужно взять пальчик, ну вот такой знак, нажать лайк обязательно. Решим прям сразу задачу. Просто возьмем и на примере задачи покажем дополнительное построение. Дана трапеция ABCD. Так. Дана трапеция ABCD.
И известны все ее стороны. 6, 8, 15, 25. Нужно найти длину отрезка, соединяющего середины оснований. Ну, как назовем этот отрезочек? Давайте как-нибудь назовем. Давайте КП. Нужно найти длину отрезка КП. Ну, давайте сразу напишем, так как у нас BC это 15, а К это серединка, тогда что у нас получается? Тогда получается, что вот это 15 вторых, вот это 15 вторых, так, здесь P серединка, а P равно 25, значит, точнее, ну, AD это D, да? AD равно 25, значит, AP это 25 вторых и 25 вторых, так? Но вот опять непонятно, что делать, как найти отрезок КП. Нужно что-то типа считать, какую-то тригонометрию вводить. Не очень хочется этим заниматься, правильно? Нужно опять от трапеции что-то отрезать. Вообще говоря, глобальный план крутых дополнительных построений в трапеции – это разрезать трапецию на что-нибудь, что вам больше нравится, параллелограммы или треугольники. Мы уже поняли, что параллелограмма – это фигура имба, она дикая, у нее много хороших свойств. А давайте отрежем вот так параллелограмм. Смотрите, что происходит. Пусть это будет точка L. Смотрите, что я сделал. Я провел прямую КЛ параллельно боковой стороне АБ. Поняли? Через точку К провел прямую КЛ, которая параллельна АБ. У меня образовался АБКЛ параллелограмм. Так? Смотрите. И вот здесь сделаю то же самое. Вот так хлоп. Пусть это будет точка, не знаю, F. Я провел КФ параллельно боковой стороне CD. У меня образовался параллелограмм KCDF. Так, смотрим внимательно. Если A, B, K, L – это параллелограмм. Да, кстати, заметим, что в центре трапеции у меня оказался крутой треугольник LKF. Смотрим внимательно. Во-первых, если это параллелограмм, то у меня что получается? У меня AB равно LK. Если тут 6, тут тоже 6, так? Это тоже хорошо. Вы опять скажете, так, тут две черточки, тут одна и тут одна. Вы скажете, проблема. Это одна фиолетовая, это одна черная. Ну, давайте для вас я сделаю вот так, да? Если K, C, D, F параллелограмм, то вот это равно вот этому, противоположные стороны равны. И если там 8, то здесь 8, так? А здесь просто еще круче, смотрите. Если AP это 25 вторых, так? Тут было 15 вторых, значит, тут тоже 15 вторых. Вот этот отрезок AL, противоположные стороны параллелограмма попарно равны. Как найти отрезок LP? Кто умеет? Тут стерло сейчас. Как найти отрезок LP? Это 25 вторых минус 15 вторых, это 10 вторых, это 5. То есть отрезок LP это пятерочка, согласны? Так? Как найти отрезок FP? То же самое, 25 вторых минус 15 вторых, здесь тоже 5. Ничего не замечаете? Давайте рассмотрим треугольник LKF. У него все стороны известны. 6, 8 и вот эта сторона 5 плюс 5, 10. Ну о чем мы говорили сегодня? 6 в квадрате плюс 8 в квадрате это 36 плюс 64 это 100. Это 10 в квадрате. Опять применяя обратную теорему Пифагора, мы доказываем, что треугольник LKF прямоугольный. То есть вот здесь прямой угол. Подождите. Тогда рассмотрим прямоугольный треугольник LKF. Что такое в нем КП? У нас известно, что LP равно PF. 5 и 5. Тогда КП это медиана. Но это не просто медиана. Господа, это медиана, проведенная из прямого угла. Что мы знаем про прямоугольный треугольник, в котором провели медиану из прямого угла? Она равна половине гипотенузы.
То есть КП – это медиана, проведенная из прямого угла ЛКП, ЛКФ, прямоугольного треугольника, она равна половине гипотенузы ЛФ, значит, она равна 5. Задача решена. Ну, прикольно, да? То есть вот без этих доп. Построений казалось, что придется делать что-то очень сложное. Мы просто взяли, как мясники, да, и разрезали трапецию на 3 куска. Параллелограмм, параллелограмм и треугольник в центре. Нашли все стороны треугольника, оказалась большая красота. Да? Вот. Хорошо. С этим разобрались. Едем дальше. Еще один очень важный факт. Так. Ну, я думаю, что должно быть понятно всем, да? Сейчас. Я объясню, почему. Ну, ладно. Раз спросите, дело в том, что когда я решаю задачу, я повторяю уже несколько раз специально. Я не хочу говорить, как Тодик, извините. Как, ну, вы поняли. Медленно вот так рассказывать. Я рассказываю интенсивно, динамично, но повторяю несколько раз. Но раз ты просишь, проведем прямую через точку К параллельно прямой АБ. Прямая КЛ. Получаем параллелограмм АБК. Через точку К проводим прямую параллельно CD. Прямая КФ параллельно CD. Получаем параллелограмм КЦДФ. Смотрим. В параллелограмме противоположные стороны попарно равны. Тогда здесь 6, 6, 15 вторых, 15 вторых. Здесь 8, 8, 15 вторых, 15 вторых. Тогда чему равен отрезок ЛП? 25 вторых минус 15 вторых. Вот они вычисления. 10 вторых по свойствам разности дробей. 10 делить на 2 это 5. ЛП равно 5. Аналогично. ПФ равно 5. Тогда в треугольнике ЛКФ все стороны известны. 6, 8, 10. Проверяем теорему Пифагора обратную. 6 в квадрате плюс 8 в квадрате. 36 плюс 64 это 100. 100 это 10 в квадрате. Получается по обратной теореме Пифагора угол ЛКФ 90 градусов. Но так как ЛП равно ПФ, КП медиана, проведенная из прямого угла, и она равна половине гипотенузы, которая равна 10, половина от 10 это 5. Задача решена. Поехали дальше. Так, ну, у каждого свое, кому-то вот так нравится. Ну, что поделать? Объяснил и так, и по-другому. Ну, типа, обучение же процесс идет, правильно? Должен до всех донести. Если кому-то будет понятно так, то так. Если там мне нужно будет там промяукать решение, там, чтобы кто-то понял, то я буду мяукать. Ну, что поделать? Работа у меня такая. Поехали дальше. Как додуматься до этих построений? Не, ща, подождите, я же их поэтому и рассказываю, чтобы на опыте вы могли потом их комбинировать и придумывать свои, в том-то и дело. Нет, ну как додуматься, я же сегодня пояснял, вот первое доп. Построение, да? Мы такие, средняя линия трапеции, ага. Где мы слышали такие слова? Средняя линия, такое словосочетание. Кажется, что в треугольнике. Какой вывод? Нужно как-то от трапеции прийти к треугольнику. Каким единственным образом? Мы мясники, бутчеры геометрические. Мы должны взять трапецию и разрезать тесаком. Мы отрезали от нее кусок. Вот так перевернули. И сказали, ты больше не трапеция, ты треугольник. Переменили к нему среднюю линию треугольника и сказали, всего хорошего. Понятно, да? Задача. Значит, доказать следующий геометрический факт. Значит, дана трапеция. Так. Ну, примерно нормально. А, Б, С, Д. Как раз про такой же отрезочек, у которого известно, что сумма вот таких углов при большем основании, ну, на самом деле, не важно при большем, но вот мы вот этих возьмем. Да, что сумма альфа плюс бета равно 90 градусов, так? И опять берут вот такой отрезок, соединяющий серединки оснований, так?
Давайте опять назовем его КП. Так. Доказать. Требуется доказать, что такой отрезок КП равен полуразности оснований, равен АД минус БС пополам. Хорошо. Значит, доказать, что КП равно полуразности оснований. Есть еще один отрезок хороший в трапеции, который равен полуразности оснований. Но мы пока про него ничего не знаем. Сейчас скоро узнаем. Сейчас мы только знаем про полусумму оснований, это средняя линия. Так, что нам делать с этим? И, соответственно, здесь сразу всплывает еще одно дополнительное построение. В трапеции иногда очень выгодно продлевать боковые стороны до пересечения. Так, но для этого нужно сначала узнать замечательное свойство трапеции. Смотрите, давайте я покажу. Вот его я доказывать сегодня не буду. Единственное, видимо, что я не докажу. Я объясню, почему. Оно использует в доказательстве подобие, так? Но это же вебинар курса, а на курсе мы подобие еще не прошли. Я не собираюсь этого делать. Вы скажете, непонятно, Максим Олегович, вы нас этому не учили. Поэтому, когда у нас будет урок подобия, оно есть в расписании. Кстати, расписание курса на месяц со всеми темами и вебинарами есть по ссылочке, вообще по ссылочке внизу. Очень много крутой информации. Так что обязательно там заходите, смотрите, скачивайте. Ну, все. И вот файлик с конспектом этого стрима тоже есть в описании. Значит, свойство следующее. Замечательное свойство трапеции. Гласит следующее. Когда у нас будет вебинар по подобию, я обязательно докажу. Да, но сегодня не буду. Продлеваем боковые стороны, так. Смотрите, какой прикол. Получаем точку какую-нибудь там И. Так. Проводим диагонали. Так. Получаем точку О. Так. Ну вот, была трапеция ABCD. Продлеваем боковые стороны до пересечения и проводим диагонали. Точка О. Это свойство, ну, реально крутое. Соединяем и О. Так. Знаете, что происходит? Вот эта прямая и О разбивает основание трапеции пополам. Вы прикиньте, каждое. То есть получается, что 4 точки. Дано. Это разные задачи. Сейчас вот это, потом вот это. 4 точки лежат на одной прямой. То есть вот оно замечательное свойство трапеции. Точка пересечения продолжения боковых сторон, так. Точка пересечения диагоналей и серединки оснований лежат на одной прямой. Это замечательное свойство трапеции. Да, это очень крутая штука. Поняли, зафиксировали. На ЕГЭ можно использовать, на ЕГЭ без доказательства. На ЕГЭ без доказательства. Я на курсе теме подобия первым делом докажу на первом вебинаре по подобию. Там 4 подобия, очень красивое доказательство. А что если в этой задаче есть серединки оснований? Кажется, что есть прямая. Через серединки оснований, смотрите, что можно сделать. Можно продлить боковые стороны. Так. Так. Смотрите. И кажется, что вот эта прямая, она же сюда попадает, правильно? То есть мы пользуемся замечательным свойством трапеции. Согласны? Пусть это будет. Какая там точка была? Точка И. Ну вот, еще раз. Если у нас 4 точки, вот это И, как там, и серединки основания лежат на одной прямой, то если я продлеваю ПК, то она попадает в точку пересечения продолжения боковых сторон. Правильно? Так. Секундочку. Это дано. Еще раз. Это мы доказываем некоторый прикольный факт про трапецию. Если, я его формулировал, если в трапеции сумма углов при одном основании равна 90 градусов, так, тогда вот этот отрезок КП равен полуразности оснований. Теперь смотрите красоту. Если альфа плюс бета 90, то треугольник А и Д прямоугольный. То есть вот здесь прямой угол, согласны? Ну, потому что если в треугольнике как бы два угла в сумме 90, то третий угол по сумме углов треугольника 90 градусов. Вспоминаем наш крутой геометрический факт. Еще раз. Медиана, проведенная гипотенузе из прямого угла, равна половине гипотенузы. Так, подождите. Получается, что в треугольнике
Б, И, С. Вот ИК – это медиана, проведенная из прямого угла. Она равна половинке, половинке БС, правильно? Теперь посмотрим на большой гигантский треугольник А, И, Д. В нем И, П – это медиана, проведенная из прямого угла. Она равна половине гипотенузы АД, равна 1, 2, АД. То есть вот эта здоровенная фигня – это 1, 2, АД. Внимание, вопрос. Как найти КП теперь? Нужно из ИП вычесть ИК. 1, 2, АД минус 1, 2, БС. То есть АД минус БС пополам. АД минус БС пополам. ЧТД. И вот это свойство доказали. И вспомнили, или кто-то, может быть, узнал, кто не знал, замечательное свойство трапеции. Замечательное свойство трапеции. Сразу для понимания, то, что я сегодня расскажу, вот то, что я сегодня успею рассказать, это процентов 20. Это 20% где-то от всего, что я хочу вам рассказать на курсе про трапецию. И это только про трапецию. То есть это маленькая часть. Так, не, ну, котов на стриме нет, вот. Ребят, да, правильно в чате пишите, правильно в чате пишите, молодцы. Ну что, выглядит, да, нормально? Значит, давайте еще раз, да, по традиции так повторяю, да. Продлили боковые стороны АБ и ДС, так. И прямая ПК, которая соединяет серединки основания, тоже попадает в точку И. Вот по замечательному свойству трапеции, так. Тогда давайте рассмотрим треугольник А, И, Д. В нем два угла альфа плюс бета 90, так? Тогда вот этот угол, третий, тоже 90. Рассмотрим прямоугольный треугольник B, I, C. В нем I, K, медиана, проведенная из прямого угла, она равна половинке гипотенузы BC, 1, 2, BC. Рассмотрим прямоугольный треугольник A, I, D, так? В нем I, P, медиана, проведенная из прямого угла, равна половине гипотенузы AD. То есть все вот это IP, 1, 2, AD. Отрезок КП как найти? Нужно из ИП отнять ИК, да? То есть 1, 2 АД минус 1, 2 БЦ. Все доказали. Так. Хорошо. Есть еще прикольный факт. Вот, кстати, его... Ну, вот его маловато могут людей знать. Ну, неочевидный сразу навскидку. Я прям видел людей, которые ну, неплохо разбираются в геометрии, но вот... Не могли его вспомнить, не знали этого. Зачем знать большое количество геометрических конструкций, ребят? Ну, чтобы решать проще задачу на ЕГЭ убивать. Потому что если конструкция на ЕГЭшке все-таки будет незнакомой, совсем принципиально, у вас уйдет больше времени на то, чтобы ее осмыслить, проанализировать и придумать доказательства. Конечно, гораздо лучше заранее знать миллион конструкций, которые убивают любую задачу. Но, конечно, когда вы будете изучать эти конструкции, то есть это не значит, что вы такой тупой чел, который просто все выучил, типа. Так не работает. Когда вы будете узнавать разные геометрические конструкции и связь между ними, вы будете становиться геометром. То есть вы реально будете шарить. Если что, вы сможете убить сложную задачу. Да? Задача. Дана равнобедренная трапеция. Так. А, Б, С, Д. Что такое равнобедренная трапеция? Равнобедренная трапеция – это трапеция, у которой боковые стороны равны. И так же, как у треугольника, вот эти уголки при основании будут тоже равны. Так? Вот это называется равнобедренная трапеция. Хорошо. И смотрите, в равнобедренной трапеции провели высоту. Так, CH. Давайте обозначение свои стандартные сделаем. BC это А маленькая, а AD это Б маленькая. Так? Вот смотрите, прикол. Мы знаем, что средняя линия трапеции, средняя линия, это А плюс Б пополам. Так? А знаете ли вы, давайте докажем это, требуется доказать. Сокращение ТД, значит требуется доказать. То АА равно средней линии, тоже равно А плюс Б пополам. Прикольно, да? То есть, оказывается, это не для всех бывает очевидно. Так и называется замечательное свойство трапеции. Ну,
Не в смысле, типа, я такой, как мне нравится это свойство, блин, оно такое замечательное. Вот, ну, не так, типа. Так можно было бы, типа, что, ну, называя свойство, просто замечательное свойство, вот. Но нет, оно просто так и называется, замечательное свойство трапеции. Вот, значит, то есть, на самом деле, когда в ромбедренной трапеции проведена высота CH, длину отрезка AH можно найти, только зная основание трапеции, так? Хорошо, как это сделать? Ну, довольно прикольное доказательство. Например, такое. Ну, можно тупо посчитать, я покажу геометричное. Значит, смотрим. Смотрите-ка прикол. Давайте возьмем вот здесь серединку, раз уж мы любим работать с серединками, да? Тогда вот такие отрезки будут равны. Это я стираю, чтобы мы не говорили ничего. Проведем среднюю линию. То есть, еще раз, вот логика, вы скажете опять. Максим Олегович, как было додуматься до того, что нужно провести среднюю линию, так? Подождите, нас просят, так вот поймите вот этот концепт, всегда думайте, анализируйте. Если вас попросили доказать, что какой-то отрезок равен вот такой величине, а все, что вы знаете про эту величину, это длина средней линии, ну разве это не намек? Ну типа, это намек, проведи среднюю линию. Ну понятно, что нужно понимать геометрические намеки. Ну вот, это намек на среднюю линию, вы ее проводите, так? Так, что вы думаете? Хорошо, я покажу вам еще один трюк. Задача. А когда вы анализируете с конца? Анализ с конца. Здесь он будет выглядеть довольно просто, но тем не менее, реально это рабочий инструмент. Вот реально, кто сейчас запомнит и будет весь год практиковаться, это очень крутая штука. Короче, анализ с конца – это когда составитель... Ну, придумал для вас задачу, так, как бы, и клубочек рассуждений своих, он так его распутывал, распутывал и оставил. А вам нужно все собрать, да? А он оставил вам. Вы просто приходите и вот так с конца крутите и собираете. То есть он вам, по сути, всю последовательность выложил только наоборот. Так в чем проблема-то? Ну, смотрите, вот нам нужно доказать, вот мы знаем уже точно, что средняя линия МН – это А плюс Б пополам, так? Нам нужно доказать, что АH – это тоже А плюс Б пополам. Что значит с конца? Давайте подумаем, что было бы, если бы мы уже доказали, что они, что А плюс Б пополам, и это тоже А плюс Б пополам, так? То есть с конца будем, как будто мы это доказали, двигаться назад. Поехали. Это А плюс Б пополам. Если мы знаем, что AH – это A плюс B пополам, внимание, средняя линия, кстати, да, сегодня мы когда про среднюю линию говорили, забыли сказать, что средняя линия параллельна основаниям трапеции, но это из нашего доказательства сразу доказывается, да? Ну, почему? Мы же все свели к чему, помните? Мы все свели к средней линии, я говорил про это, да. Мы все свели к средней линии треугольника, а средняя линия треугольника – параллельно этой стороне, да? Поэтому из нашего доказательства сразу доказывается, что средняя линия трапеции параллельна ее основанию. Смотрим внимательно. Если мы уже доказали, что МН равно АH, мы же это хотим доказать, правильно? Ну, потому что если мы докажем, что АH это А плюс Б пополам, оно будет равно МН. А также мы знаем, что средняя линия МН параллельна АH. Ну, напишите в чат, что отсюда следует. Кто знает? Есть два отрезка, МН и АH. Они равны и параллельны. Что отсюда следует? Ну, это тоже еще один намек. Это понятно, как что можно провести медиану. Я сейчас стараюсь объяснить, ответить на вопрос. Сегодня будет таких много. Как до всего до этого додуматься? А я говорю, не надо додумываться. Составитель оставил вам клубочек наоборот. Вы берете с конца и говорите, пусть... АH, мы уже доказали, что это А плюс Б пополам. Тогда АH равно МН. Что бы тогда было? Они равны и параллельны. Ну, то есть, если есть АH равно и параллельно МН, мы получаем, что АМНH параллелограмм. АМНH параллелограмм. Ну, чего не хватает здесь до параллелограмма? Провести одной стороны. HN. Проводим. То есть, по сути, нам нужно доказать, что это параллелограмм. Если мы докажем, что AMNH параллелограмм каким-то другим способом,
то мы докажем все. Просто. Смотрим внимательно, значит. HN – это медиана, проведенная из прямого угла к гипотенузе CD. Значит, HN равно ND. Согласны? Хорошо. Этот угол равен вот этому. Треугольник HND равнобедренный, два отрезочка равны. Значит, этот угол равен вот этому. Альфа, альфа, а вот этот альфа, потому что трапеция равнобедренная. Секундочку, внимательно посмотрите. У меня получается, что AM равно HN. И AM параллельно HN. Почему параллельно? Смотрите. AM, HN, секущая AD. Это называются соответственные углы, да? Если у нас есть две прямые, есть секущая, и вот такие два угла равны, вот такие, соответственные, то прямые параллельны. Подождите. То есть мы точно знаем, что HN равна и параллельна AM. Значит, мы доказываем, что AM, NH параллелограмм другим способом. А если это параллелограмм, то MN, которое равно A плюс B пополам, равно AH, которое А плюс Б пополам. Поняли, в чем дело? Вот вы все время спрашиваете, как прийти к этой цепочке рассуждения? Как додуматься до того, что нужно было проводить HN, например? С конца пойти. Вот в чем прикол. Нужно идти с конца. Тогда, по сути, составитель сам рассказал вам решение задачи, а вы просто с конца прочитали и написали ему наоборот. Типа, поняли прикол? Реально это выручает в очень много, в большом количестве задач. То есть на ЕГЭ ваше решение будет выглядеть тупо вот так. Вы говорите... Проведем медиану HN, она равна половине CD, тут углы равны, значит HN равна AM, так как эти углы альфа-альфа, то HN параллельно AM. Значит AMNH параллелограмм, MN средняя линия равна полусумме оснований, она равна AH, значит AH равна полусумме оснований, ЧТД, все. Так, ну что? Так как сегодня еще нужно провести розыгрыш, а потом у меня следующий вебинар, поэтому чуть покороче. Если бы розыгрыша не было, я бы еще бы минут 15 именно про трапецию рассказывал бы. Так, все ссылочки в описании. Давайте сейчас 2 минуты про курс скажу буквально. Ну, вы все знаете, да? Скиньте сюда, пожалуйста, кураторы, ссылку на ролик про презентацию курса. Обязательно посмотрите и про планы подготовки. Вот так все на курсе устроено. Вот сейчас ссылочки вам скинут, потом добавлю в описание. Вот, скачивайте обязательно в описании крутейший файл по сегодняшнему конспект, да, вебинару. Там гораздо больше всего есть. Ну и обязательно, ребят, кому понравилось вот эти все доп. Построения, по-моему, было плотно, красиво, интересно и полезно, да, и динамично. И еще и повторял по 500 раз, чтобы все поняли. Давайте до 1000 лайков добьем сейчас. Вот, значит, из самого крутого, что сейчас есть... Это рулетка обновилась сегодня. Просто дикие бешеные скидки опять для всех можно крутить. В следующий раз только через месяц. И годовые бандлы. Годовые бандлы. Вот. Ну, у кого... У всех разная основная часть веба. Так. Ну, конечно, хотят, чтобы это была основная, а не для того, чтобы люди... полный курс, чё? Ой. А их только выкатили, а их почти не осталось. Так что торопитесь, ребят, я просто пока веб вел, смотрю на бандлы, а их почти нет. Мало, это значит, там остался один или два. Жесть. Жесть. Ладно. Так, значит, что по домашке? В смысле, что по домашке? Ну, в смысле, в марафоне у вас появится сегодня-завтра домашка. Домашка появляется либо в этот же день, либо на следующий. Я буду стараться выкладывать. Ну, то есть вот-вот-вот у вас появится домашка на сайте. Черт, в чем проблема, типа того. Вот, а для тех, кто пришел бесплатно посмотреть, ну, не появится. Подключайтесь к курсу. Так, ой, там еще много доп. Построений и очень много свойств. Я же писал. Все, что я сегодня рассказал, это 20% от того, что я хочу рассказать вам про трапецию. Там фактов таких красивых куча. Ладно, все, не будем терять времени. Давайте, если готовы, значит, провести розыгрыш, то поехали. Значит, делаем следующее. Так, вот тут мне нужно что сделать? Мне нужно убрать чат. Мне нужно сделать вот так. Вот, смотрим, подведение итогов. Я уже здесь все сделал, подготовился. Как обычно, открываю вам окошко. Захват окна. Вот, да? Вот, помним этот сайт.
Можете убедиться, здесь видно, виден пост. Давайте я вам его покажу. Но если хотите, вот при вас его еще раз скопирую. Вот этот пост Ctrl-C с розыгрышем. Давайте прочитаем еще раз условия. Ну, там, делай репост, мы проверяем. И вступай в группу. Переходим сюда. Давайте еще раз Ctrl-V. Все. Нужно подписаться на группу, сделать репост поста. 30 мест. Проверяем, 30 мест надо было. Надо было 30 мест. Все. Давайте тогда пишите go или что-нибудь, или плюсики в чат, если вы готовы. Я нажимаю кнопку, все, мы определяем 30 победителей. Вы улетаете как раз перекусить. Марафонцы, там кто-то, может быть, там чайку попить, что-нибудь еще. Я тоже пойду перекушу. И в 17:45 мы уничтожаем экономическую задачу с вами уже на закрытом вебинаре. Да? Тоже будет четко. Давайте, пишем в чатик, если все, то я нажимаю и разыгрываю. Я не буду в этот раз ничего перекручивать, ребят, розыгрышей было и так очень много, поэтому если там выпаду я или кто-то еще там из знакомых, я ничего перекручивать не буду. Вот все, кто сделал репост, я 30 мест случайным образом выбираю, списочек пролистываю, вы смотрите, пишите в сообщение группы, чтобы получить бесплатный курс, вот, и этот, как его называется, и мы сделаем пост. А, не, стоп, я же забыл. 14 лайков до 1000 не хватает. Давайте, ну, братанчики, ну, нажимаем. Лайк сейчас 14 человек жаден, которые контент смотрели, короче, а ничего не это. Я даже конспект для вас уже сделал, поэтому нажимаем, 1000 лайков, делаю розыгрыш. Все по чесноку. Так, 991. А что там есть уже, да? 1000. Не, у меня нету. Все, есть 1000. Я понял, с опозданием работает. Все, закрытый веб, это на платформе. На платформе папочка ЕГЭ-2022, номер 15, это экономическая задача. Все, нажимаю, погнали. Опа, пост вставил. Нужно подписаться на группу, сделать репост поста. 30 человек. Определить победителей конкурса. Погнали. Оп, оп, оп. Ну кто, кто? Давай, давай, давай. Вот они, вот они. Так. Листаем. Показываю. Вот все, все. Пишите обязательно в чат, кто выиграл. Вот все, все, все. Пролистываю медленно, чтобы все сохранилось на видео, чтобы никто не сказал мне, что я кого-то обманул. Все, я ничего удалять не буду, все будет видно. И пост опубликую. Вот. Все эти люди, которые выиграли курс на месяц по любому предмету. Понятно? Вот, это не то. Так. Это я скорость мерил-то. Все, все, ребят. Чатик можно пока вернуть. Я, о, есть выигравшие. Все, ребят, тогда всех поздравляю со стартом годового курса. Уверен, вам все зайдет. Мы очень старались для вас. Жду вас на закрытом вебинаре. Конспект скачивайте, будет домашка, еще какой-то функционал сейчас доделаем. Всем спасибо. Проставлю тайм-коды, обязательно пересматривайте. Я думаю, что такой продуктивный, плотный веб. Не развозили на долгое время, но достаточно много за час 15 мы успели. Конечно, будет еще веб по трапеции. Увидимся на закрытом стриме. Всем спасибо, всем пока.